и предстоит делать декупаж в стиле шиби-шик. Я решила рисунок сделать из роз, но большой рисунок у меня нету, поэтому я буду составлять этот рисунок из отдельных фрагментов, которые буду брать из разных салфеток. Ну вот, например, из этой салфетки я буду выбирать и вот эту розу, и вот здесь вот маленькие кусочки, и вот этот бутон. Беру для работы обыкновенные салфетки. Здесь повторяющиеся цветы, которые я буду использовать. И первым делом я, конечно, буду отделять каждый этот кусочек на 4 части, причем аккуратно, потому что какие-то фрагменты мне потребуется делать и дальше. У меня здесь стоит стаканчик с водичкой и кисточка, и я буду вокруг аккуратненько проводить этой водой. Вот у меня получился такой фрагмент. И салфетка эта трехслойная, поэтому нам нужно отделить два слоя, оставить только вот один. Вот мы отделяем самый верхний слой. Вот у нас такая розочка осталась. Остальные просто бумага, она нам не нужна, мы ее выбрасываем. Итак, мы выделяем каждый фрагмент, вырываем.